поступающие информации в Центральный комитет партии, материалы прессы, да и мои встречи во время поездок по стране, в том числе и вчерашние, и сегодняшние, показывает, что далеко не все у нас хорошо разобрались в том, что же такое перестройка. А главное, почему она так необходима. Некоторые даже договариваются и приходят к таким выводам и суждениям. Но, в общем, может быть, поспокойнее можно как-то вести дело. Почему все время говорим о перестройке? Для чего она нужна? Вопрос, товарищи, не праздный. Нам очень важно, чтобы мы не заговорили перестройку, не заболтали ее. Нам важно, чтобы эта перестройка приняла необратимый характер и привела в движение силы, заключенные в нашем социалистическом строе, в нашем советском народе. В своих дальнейших рассуждениях я хотел бы оттолкнуться от очень одной глубокой мысли, которая когда-то, когда я прочитал в ленинской работе, произвела на меня большое впечатление. С тех пор она одна из руководящих мыслей моих, так сказать, поступок и действий. И это ленинское положение, я его хочу напомнить, потому что оно может быть ключом к пониманию вопроса, о котором идет речь. Он говорил: кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя натыкаться на эти общие вопросы. Обрекать свою политику на шатание, даже, говорил, на худшее шатание и беспринципность. На рубеже 70-х и 80-х годов остро встал вопрос о выработке стратегии развития советского общества. Именно такие общие вопросы нашей борьбы на нынешнем историческом этапе и суждено было решить апрельскому пленуму 85-го года и 27-му съезду КПСС. Теперь мы имеем действительно научную, продуманную, я бы даже сказал, глубоко продуманную политическую линию, стратегию на ускорение социального и экономического развития страны. Партия собственным примером дала урок принципиальности, урок правды и призвала к активному участию в борьбе за новое качественное состояние нашего общества. За переустройство всего дома, в котором мы с вами живем и будем жить. А ведь каждый хозяин, думая о своем доме, всегда заботится о том, чтобы он был и более прочным, и удобным во всех отношениях, и лучше становился с каждым годом. Потому что сам человек растет, его потребности изменяются, и требования к своему дому усложняются, ужесточаются. Но надо об этом доме думать, заботиться общими усилиями, обустраивать его и менять, наверное, атмосферу всегда к лучшему в нем, чтобы жилось и дышалось хорошо. Мы призвали наш народ к переменам, к перестройке. Добрый вечер. Ровно 2 часа прошло после выхода в прямой телевизионный эфир Михаила Сергеевича Горбачева. И ровно 2 часа прошло с того момента, как он заявил о снятии с себя полномочий президента Советского Союза. Включаем запись этого заявления. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться. И после Алматинской встречи и принятых там решений моя позиция на этот счет не изменилась. Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны были
бы приниматься на основе народного волеизъявления. Тем не менее, я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы соглашения, которые там подписаны, привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ. Выступая перед вами в последний раз в качестве президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более, что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и субъективных суждений. Судьба так распорядилась, что когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно. Всего много. Земли, нефти и газа, других природных богатств. Да и умом и талантами Бог не обидел. А живем куда хуже, чем в развитых странах. Все больше отстаем от них. Причина была уже видна. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно на пределе возможного. Все попытки частичных реформ, а их было немало, терпели неудачу одна за другой. Страна теряла перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально все менять. Вот почему я ни разу не пожалел, что не воспользовался должностью генерального секретаря только для того, чтобы поцарствовать несколько лет. Считал бы это безответственным и аморальным. Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно, и это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому, что еще не научились пользоваться свободой. Тем не менее, проделана работа исторической значимости. Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей. Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность, права человека признаны как высший принцип. Началось движение к многоукладной экономике. Утверждается равноправие всех форм собственности. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство. Появилось фермерство. Миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам. Узаконена экономическая свобода производителя. И начали набирать силу предпринимательство, акционирование, приватизация. Поворачивая экономику к рынку, важно помнить, что делается это все ради человека. В это трудное время все должно быть сделано для его социальной защиты. Особенно это касается стариков и детей. Мы живем в новом мире. Покончено с холодной войной. Остановлена гонка вооружений.
и безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны. Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период с моей стороны было сделано все для сохранения надежного контроля над ядерным оружием. Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением. Мы стали одним из главных оплотов по перестройству современной цивилизации на мирных демократических началах. Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего самоопределения. Поиски демократического реформирования многонационального государства вывели нас к порогу заключения нового союзного договора. Все эти изменения потребовали огромного напряжения, проходили в острой борьбе, при нарастающем сопротивлении сил старого, отжившего реакционного и прежних партийно-государственных структур и хозяйственного аппарата, да и наших привычек, идеологических предрассудков, уравнительной иждивенческой психологии. Они наталкивались на нашу нетерпимость, низкий уровень политической культуры, боязнь перемен. Вот мы почему потеряли так много времени. Старая система рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис общества еще больше обострился. Я знаю о недовольстве нынешней тяжелой ситуацией, об острой критике властей на всех уровнях и лично моей деятельности. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, кардинальные перемены в такой огромной стране, да еще с таким наследием, не могут пройти безболезненно, без трудностей и потрясений. Августовский путч довел общий кризис до предельной черты. Самое губительное в этом кризисе – распад государственности. И сегодня меня тревожит потеря нашими людьми гражданства великой страны. Последствия могут оказаться очень тяжелыми для всех. Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом. В противном случае все надежды на лучшее будут похоронены. Обо всем этом я говорю честно и прямо. Это мой моральный долг. Сегодня хочу выразить признательность всем гражданам, которые поддержали политику обновления страны, включились в осуществление демократических реформ. Я благодарен государственным, политическим и общественным деятелям, миллионам людей за рубежом, тем, кто понял наши замыслы, поддержал их, пошел нам навстречу на искреннее сотрудничество с нами. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни. Хочу от всей души поблагодарить тех, кто в эти годы вместе со мной стоял за правое и доброе дело. Наверняка каких-то ошибок можно было бы избежать, многое сделать лучше, но я уверен, что раньше или позже наши общие усилия дадут плоды. Наши народы будут жить в процветающем и демократическом обществе. Желаю всем вам самого
доброго. Thank you.